Ветеран. Он жил во вредную эпоху, насквозь прошитую войной, где то, что получалось плохо, лечилось пулей в основном, где так стремились к коммунизму, не замечая прочих «но», что начинало кровью брызгать из лязгающих шатунов. Другие приходили годы, сквозь Халхин-Гол и Южный Буг врывались страны и народы в его звенящую судьбу, дрожало тело от ударов, в атаку беды шли кольцом, и отблеск танковых пожаров ложился медью на лицо. Да, столько дел он сделал разных, и путь свой собственный тарил, не просто выполнял приказы, а думал, взвешивал, творил, не стал ни камнем, ни калекой, привычным схемам вопреки, оставшись просто человеком с мужским пожатием руки. Может быть, мы воевали неправильно, может быть, мы воевали неловко, не успевали всех вытащить раненых и наступали без артподготовки, верили слепо в теорию книжную, с криком неверным в атаке ходили. Только вот мы победили и выжили, только мы выжили и победили. Выжили через победы великие, всех от комрот до товарища Сталина, мудрые через приказы идите, и через Крупа и Тисона стали, и через русскую неосмотрительность, через немецкую их аккуратность, и нарожали всех вас ускорителей, и перестройщиков, и демократов. Это ведь мы, не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это ведь мы, лет военной огранки. Это ведь мы, это мы в 45-м. Время летит, как его не стреноживай. Мы уступаем, рули в своих лодках. Как вы сумеете, сдюжите, сможете. Время ли вас, или вы его все-таки? Через премудрости, через нелепости, очередные политиков измы. Хватит ума ли у вас, хватит крепости место свое отстоять в этой жизни? Мы иногда творчим по-отечески, только поймите, в бараках или банках, если сумеете по-человечески, значит, не зря мы ложились под танки, значит, не зря были марши парадные. Мертвые живыми, пусть души не маются, только бы жизнь была у вас ладная. И все равно, как она называется, это не мы, не сгоревшие в танках, выжившие в полевых медсанбатах. Это не мы, лет военной огранки. Это ведь вы, просто вы в 45-м.